как, ну-ка, на попробуй. Слизывает. Угу. Все, слезал. Ну идите гуляйте там. Нет, съест, сейчас и печенье съест. Ну ему нельзя печенье. Ну вот одну штучку. Нету больше каких-то, нету. Ты поела, все, ангел мой, это святая. Вот какой слезкий-то мой, ты хороший-то мальчик-то какой. Ой, какой хороший-то, да. О, какие у него там зубы-то белые. Ох, какой оскал-то у него красивый. Угу. Да. А что ты ко мне не приходишь спать, а? Бабушке больше нравится, да? Да. На барской кровати-то. Вот еще одна. Эти моя сладкая девка-то. Мамка твоя, да, пришла. Мамка твоя, мамка. Да. Господи. Детский сад. Какой у него этот загривок. Ромка хотела его, что ли, поднять за загривок-то. Он зубы показал ему. И мои щелочки, это мои хорошие. Какой умный мальчик-то у нас. Сопливые, сопли текут. Простудился, сопли. Сейчас я вытерла. Сопливчик-то маленький. Да. А кто тебя хвостиком виляет? Посмотри, какая спинища-то у него. Ух ты. Не дам. Нельзя тебе. Взевался, не выспался? Взевает все. Ты мой хороший. А я массаж смотрела, вот так делают массаж, вот так. Угу. А потом лапки вот так, каждый пальчик вот так. Сразу да, да, мой хороший мальчик, да. Какие у тебя ляшечки-то, ух ты. Мясистые укидки уже все пропадать стали. Да, надо почиститься, сидит. Укидки уже все провисают эти. Жалко собачка. Значит, ей Рома 14 лет или 15 будет? Ну, я не буду вам что говорить. Вы как эти? Живете в этом? Ну, так сказать.